Подозреваемые в похищении и убийстве 38-летнего барнаульца Михаила Седова задержаны. Это двое местных жителей. Уголовное дело расследует первый отдел Следственного комитета по Алтайскому краю. Эта история потрясла весь город. По версии следствия, 2 октября около 22 часов в Барнауле в районе гаражно-строительного кооператива по улице Малахова между Михаилом Седовым и подозреваемыми произошел конфликт. Мужчину поместили в багажник его автомобиля и увезли в неизвестном направлении. Поиски похищенного велись несколько дней. На следующий день была найдена машина пропавшего, и лишь на третьи сутки тело Михаила Седова обнаружили в районе озера Пионерское. По подозрению в убийстве задержаны двое местных жителей. По ходатайству следствия в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями и сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства, а также мотивы совершенного преступления. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение в похищении и убийстве мужчины. Расследование уголовного дела продолжается.